Праздничный праздник, Новый год, много радости несет. Но и в праздничные дни помни правила мои. Чтоб не подвергать себя и других опасности, выучи правила безопасности. Если ты идешь гулять или собрался поспать, помни, гирлянду на елке нужно выключать. А салют решил устроить, взрослых не забудь позвать. Сам хлопушки и петарды не пытайся ты взрывать. Если вдруг случится что-то, в 01 скорее звони. А еще об этих правилах друзьям всем расскажи. Знать об этом должен каждый. Безопасность – это важно.